Здравствуйте, с вами Михаил Кириченко. Вы смотрите новости SkyWay, в которых мы рассказываем вам о разработках и внедрении прорывных транспортных технологий. Виды городов будущего давно уже будоражат умы человечества, но дело в том, что реальные изменения в планах градостроительства вносятся лишь тогда, когда в этом возникает самая насущная, уже крайняя, я бы даже сказал, необходимость. Сейчас как раз такой момент наступил. Виды пробок в городах таковы, что мы уверены, что наш проект ожидает блестящее будущее. Ну, во-первых, потому что с существующими транспортными проблемами уже дальше двигаться некуда. Во-вторых, количество разрабатываемых транспортных технологий будущего таково, что неизбежно по всем законам диалектики это должно перейти в новое качество. Ну и в-третьих, неоднократно мы говорили о преимуществах подвижного состава и вообще транспортной системы SkyWay перед конкурентами и убеждены в том, что альтернативы SkyWay нет. Тем не менее, нет-нет, да и раздастся голоса, вопросы или предложения. А не был ли, допустим, юнибус лучше бы, если бы он передвигался не на стальных колесах, а, допустим, на воздушной или на магнитной подушке? Я тоже решил предложение свое высказать, я думаю, гениально, и придумал стул на магнитном подвесе. Вот только нужен ли он и какова будет цена вопроса, неплохо было бы сначала спросить у специалиста. Анатолий Эдуардович, некоторым сторонникам нашего проекта кажется, что ему не хватает какой-то изюминки, экзотики, что ли, типа левитации в магнитном поле. Не могли бы вы рассказать, если рассматривали подобное решение, каким был бы юнибус на магнитной подушке и чем бы он отличался от утвержденного варианта на стальных колесах? Нет, конечно, это рассматривал и рассматривал давно. Наверное, впервые лет 35, если не 40 назад. Ну, когда, собственно, идея пришла, я искал, как подвесить транспортное средство относительно путевой структуры. Естественно, рассматривал все возможные системы подвеса. Это магнитная подушка, это воздушная подушка, это стальное колесо, это пневматическая шина, это электрическое поле, тоже можно подвешивать. Я даже рассматривал экзотику, антигравитацию, ну, возможно, когда-то и открою. И анализ показал, что наиболее оптимальный вариант – это стальное колесо. И, кстати, потом я опубликовал статью, есть такой журнал российский, это основной научный журнал в области машиностроения. Машиностроение и автоматизация. Да, ну это машиностроительный журнал, здесь только в редколлегии 5 академиков Российской академии наук. И здесь есть моя статья «Оптимизация транспортной системы». То есть я показал, как, исходя из законов физики, оптимизировать транспортную систему. И здесь я рассматривал вот как раз все эти системы, о которых я говорю. Здесь даже вот показаны схемки. Так. И показаны преимущества той или другой системы, в том числе финансовые тут как бы отличия, во что это выльется в деньгах и так далее. И оптимальное решение, и к такому выводу я пришел давно, около более 30 лет назад, все-таки для скоростного движения в условиях Земли оптимальнее всего стальное колесо. Скажите, а как наличие магнитной подушки, сказалось бы, на стоимости эксплуатации подвижного состава? Магнитная подушка в разы, даже не в разы, а на порядок, даже чуть-чуть больше порядка, увеличивает расходы энергии на движение, как ни странно это звучит. Языком, более чем в 10 раз? Да, более чем в 10 раз. Я могу это показать с помощью схем. Надо нарисовать, тогда будет более понятно. Так, сейчас мы нарисуем схему работы поезда на магнитной подушке. Это балка, мощная балка, по которой едет поезд на магнитной подушке. Ну, я нарисую то, что в трансрапиде. Так, это то, что разработал Siemens, поэтому это юбка у нас. Ну, я условно рисую, естественно, там
пропорции я так, примерно соблюдаю. Это юбка, это, собственно, салон. Вот эта часть является паразитной, на самом деле. Потому что она дает дополнительное сопротивление, причем у нее очень развита поверхность. Поэтому трение есть не только лобовое, еще сопротивление, но еще боковое. И зазор небольшой, всего 10 мм, в который засасывается воздух, и, естественно, он создает сопротивление. Так вот, для того, чтобы поезд был подвешен относительно путевой структуры, рабочие катушки размещены снизу, а не сверху. Потому что они использовали обычные электромагниты, а электромагнит только притягивает, он не отталкивает. Поэтому надо поднять вагон, и тогда появляется зазор. Для того, чтобы была противосводная система и не было боковых столкновений, то ставятся еще здесь катушки. Чтобы понимать, катушки это не какие там катушечки, это вот такие блины с медной проволоки, и к каждой катушечке идет кабель, потому что каждая катушка работает индивидуально, Так вот, для того, чтобы эта вся система работала на малой скорости, у него еще есть и колеса. Поэтому, по большому счету, это еще и колесный транспорт, который потом убирается, как шасси в самолет. Вы не знали этого? Нет. Вот, а это даже есть. Так, а теперь нарисуем юнибус, у которого этой красоты нету. Да? Красота в кавычках, естественно. Вот вместо этой балки рисуем наши струнные рельсы. Так, рисуем. Красота есть предельная функциональность. Так что вот она, настоящая красота. Да. Я так считаю. То, что функционально, то и красиво. Значит, вот колеса вместо катушек. Ну, ясно, что дешевле. Причем колеса, транспортное средство едет через километры друг от друга. Поэтому колеса стоят тоже километры друг от друга. А здесь куча катушек через место. И противосводная система тоже колеса. Так, и теперь давайте рассмотрим потери энергии. Я бы взял сначала электрическую потерю энергии. Электрическую энергию вырабатывают на электростанции. Для того, чтобы подать в транспортную систему, надо электростанции поднять напряжение до 1 000 000 вольт, или там 500 киловольт. Естественно, потерять в трансформаторе. Потом передать на 1000 километров туда, где проходит трасса. Естественно, потерять энергию. Потом понизить. Опять потерять энергию. Потом отдать кабели, потерять энергию. Поэтому эти потери, если взять вот КПД энергетическое вот трансрапида, то первая потеря это вот на передачу энергию и трансформацию энергии. Так? Это минимум 50% теряется, значит КПД где-то 0,5. Это в лучшем случае. Дальше я рассказываю про линейный двигатель. Зазоры здесь большие, это не десятая доля миллиметра. И катушки, у них тоже теряется энергия. Это часть линейного это привода электродвигателя, потому что без подушки он просто сядет и не сможет ехать. Да? Поэтому вот эти потери из-за больших зазоров и большого количества катушек тоже в лучшем случае КПД будет 0,5 в этой части. Значит, умножаем на 0,5. И еще остаются потери, это тоже многие не знают, что оказывается для того, чтобы двигаться вагону, поезда на магнитной подушке, вот в системе трансрапид, нужно в катушках менять частоту тока. Мы привыкли, что мы меняем напряжение, это легко. Трансформатор взял, понизил или повысил напряжение, да? А здесь надо менять частоту тока, это более сложная задача. При этом, в зависимости от скорости, частота тока должна быть другой.
И поэтому должны быть коммутаторы и преобразователи частот, чтобы следить, с какой скоростью едет вагон, и в нужном месте дать нужную частоту на катушке. Поэтому они вот почти с ума сошли, когда проектировали. Они это делали лет 50, наверное. Поэтому, естественно, там с ума сойдёшь. Это считать, сколько герц на каждой да, части. Да, так именно этим и регулируется скорость. Надо бегущее магнитное поле. Все гениально, так, должно быть просто. Правильно. И, значит, там тоже в лучшем случае КПД 0,5. Когда мы перемножим, получим 0,125, это 12,5%. На 8. Так? Нет, я с другим сравнением. У паровоза современного 15 КПД. Паровоз. Это паровоз, только электромагнитный, электрический. Ухудшенный так. Вариант. Да. Первое поколение. Да. Не, старый паровоз был 5%. Нет, это уже современный паровоз. Это первое поколение нового транспорта, поэтому хуже, чем последнее поколение. Ну, того, предыдущего, да. Предыдущего, ну, детские да. Болезни. Да. Так, теперь переходим к нашему транспорту, к юнибусу. Здесь... Я беру электрическую часть. Здесь у нас стоит мотор-колесо, КПД в него, КПД энергетическое мотор-колеса, 96%. У нас эти мотор-колеса разработаны, они у нас есть, это наша разработка в том числе. Разница вроде там небольшая, там 15-96%. Нет, 12,5%, 96%. На самом деле очень большая, потому что надо не так сравнивать. Надо сравнить потери. И вот отношение там, дельта, чему равно? Надо от 100% отнять КПД 12,5%, так? Чтобы ну, потери определить. И от 100% отнять 96%. И получается, здесь будет 87,5% на... 4 и примерно 22. Значит, всего лишь 22 раза лучше стальное колесо с энергетической точки зрения. А теперь этого недостаточно, чтобы сравнить. Есть еще потери, тоже существенные. То есть это еще не все. Потому что главное оказалось не вот это, как подвесить относительно полотна, а главное оказалось аэродинамическое сопротивление, и это тоже я давно понял. И есть физики, это школьный курс физики. Мощность равна сила на скорость. Поэтому, если скорость одна и та же, а сила сопротивления разная, то нужна разная мощность, чтобы двигаться. Причем здесь линейная зависимость. Так вот, если взять аэродинамику, допустим, поезда на магнитной подушке, то есть полотно, есть вагон и есть юбка, которая охватывает полотно. Поэтому тут мало того, что есть экран, тут еще есть юбка, которая... Ну, на нее тоже очень много тратится мощности, безусловно, да. И поэтому CX в лучшем случае здесь, в лучшем случае, равен 0,5. В лучшем случае. Если взять юнибус, который фактически движется по воздуху, и он имеет специальную форму, то CX, это мы получили экспериментально. На самом деле мы получили CX-004, даже чуть меньше, я открою секрет, 003. Но есть колеса, есть колесные ниши, есть щели там в дверях и так далее, есть воздухозабор, да? Есть, хоть и не полотно, а узкие рельсы, но они тоже есть, они тоже немножко экранируют и так далее. Поэтому идет ухудшение. Ну, вот эти все, нет, у нас выступающих деталей нет. У нас есть как бы токосъем, но нет токосъемника. У нас многие вещи вот, вроде есть, а вроде нет.
Поэтому оно электрифицировано, а контактной то сети и такое. Они есть, но аэродинамику не ухудшают. Нет, они есть, но их нет на самом деле. Вот, ну, многие вещи так делают, да? Поэтому есть немножко ухудшение. Ну, так они надо все, должна быть небольшая интрига, да? Так вот, смотрите, если взять эту формулу, то очевидно, что при прочих равных условиях, ну, если мидель один тоже, площадь поперечного сечения, а мы исходим с того, что они одинаковы, да? То мы видим, что в 10 раз, поскольку сила сопротивления линейно зависит от Cx, то у нас сила сопротивления аэродинамического будет в 10 раз меньше, чем у поезда на магнитной подушке, трансрапида, в 10 раз. При этом надо в 22 раза мы меньше тратим, теряем энергии. Поэтому, на самом деле, если эффективно сравнить грамотно, надо 22 умножить еще на 10. То есть разница на два порядка. Поэтому что-то дошло до Илона Маска в этой связи. И его инженеры, наверное, что там уже накопали и объяснили. Поэтому он выступил вот такой речью. We have maglev and we have air bearings. Which one do you prefer? Still the air bearings or do you go with maglev? Okay, that's a good question. So, you know, when you consider the system as a whole, what matters is the whatever end thing is built that people actually use, the cost and the reliability and the utility have to be really as good as possible. So, really, the fundamental physics and economics. Should drive the true solution, and I'm not sure we know what that is yet, and that's really what we're doing here. This is a journey of discovery to say what is the right solution, there is also the wheels camp, I should mention, I actually think it sort of depends on. If you have a lot of twists and turns in the track, and you essentially are limited on G's, then wheels would actually make the most sense for such a track. If you have a really straight shot, and you can go really a lot really long straightaway, then you may exceed the speed that wheels can really handle, so overheat the wheels or have them not function very well. So I think actually for windy tracks it would probably be wheels, and then it's sort of up in the air as to what it would be for a longer range track where you really try to push the limit. If you had to change anything in the document, what would you change? If I had to change anything in the document, I guess I would probably. If somebody was going to build a working hyperloop and try to make it work, I would advocate starting with the simplest useful system. So I'd probably advocate wheels and then you can sort of say, okay, it's working. Essentially, if you're trying to create a company, it's important to limit the number of miracles in series, and so you want to start off with something that's the most doable, and then expand from there. Ну это я повторяю, это я понял еще более 30 лет назад, сделав вот этот анализ. Анатолий Эдуардович, а как создание магнитного поля отразилось бы на стоимости уже строительства самой трассы? Ну, здесь эстакада, потому что магнитная подушка можно только на эстакаде фактически создать. Стоимость эстакады возрастает тоже на порядок, даже на полтора порядка, это в десятки раз. И этому есть тоже простое объяснение, потому что наряду с мощной балкой, трекционной балкой мостовой, по которой, ну, собственно, движется подвижной состав,
Нужно еще прокладывать кабели высоковольтные, устанавливать катушки для подвешивания вагона. Причем катушки ставятся достаточно часто, где-то через метр, вот такого размера. Всевозможные переключатели, коммутаторы и так далее. Ну, представьте, там, если 1000 километров трассы, там вот, ну, под 1 000 000 катушек, причем таких больших, медных. Поэтому, естественно, это дорого. А вообще, зачем такие уважаемые организации, которые вы упомянули, в частности, создатели Трансрапида, и грамотные, трудолюбивые и умные народы, в частности, и немцы, и японцы, тратят время на подобные вещи, если оно настолько все неэффективно и дорого? Термин очень красивый. Магнитная подушка. Покупается на слова. Да, на лирика. Да, лирика это. Ну, есть физика, есть и лирика. Есть лирика. Инженеры тоже люди. Им тоже что-то сделать хочется красивое, такое, интересное, да. И вот это как бы мнение, это как раз мнение, ну, от неопытности, да, что магнитная подушка, она уменьшает затраты энергии. Ну что там, подвесил, толкнул, но само поехало. Но это не так. Вот только нужен ли вам стул на магнитные подушки? Ведь и колесные неплохо справляются со своими обязанностями. Damon, ABC News, The Riverland. The state government says it's still some months away from deciding where to start work on Adelaide's future tram network. The state's civil construction sector is urging the Transport Minister to consider a new and as yet unproven Skyrail system to speed up delivery of the $3 billion project. But Stephen Mulligan says any federal funding will be spent on proven tram technology. Rod Hook knows a bit about Adelaide's trams. As a senior state government bureaucrat, he oversaw extensions of the line to North Terrace and the entertainment centre. As much as I've loved being involved in rolling them out, we're still 100-year-old technology. Now in the private sector, Mr. Hook is looking to the future. He's spruiking Belarusian technology known as string rail. The idea involves automated carriages travelling on elevated tracks and is being pitched as a low-cost, low-impact alternative to the city's traditional public transport modes. It could be an option to run east-west. You could run from the airport, you could go out Norwood Parade. Sky-high rail promises always attract their fair share of ridicule. I give you the Springfield monorail. And Rod Hook knows his technology is unproven. We need to demonstrate that it works. I need to demonstrate it's cost effective in Australia. Mr. Hook has an agreement to build a 500 metre demonstration track at Flinders University. Так, друзья. Давайте, кто сейчас к нам только подсоединяется, значит, сегодня у нас традиционный расширенный вебинар, мы с Алексеем уже начали, он блестяще сделал, как всегда, для новичков. Вот, кстати, мы уже говорили, что мы до где-то конца июля, может быть, середины августа, сделаем такой образцовый, это уже даже не вебинар, а вводную часть, вводную лекцию для новичков. Вдвоем с Алексеем она будет озвучена на разных языках, она будет с сопровождением ряд для того, чтобы можно было всегда дать ссылку или показать. И по сути дела, друзья, наша работа, которую мы проводили с Алексеем, вот эти, ну скажем так, почти год, она именно была подготовкой для того, чтобы выработать форму презентации, идеальную для новичков. Сегодня мы ее очень серьезно дорабатываем с учетом именно строительство и работы, которая идет на экотехнопарке. И сегодня эта форма дальше пойдет, а наши расширенные вебинары мы введем интерактивную форму, то есть когда можно будет задавать вопросы, ответы, когда будем приглашать экспертов, специалистов, которым можно задавать эти вопросы. Так, звук, что, плохо слышно? Так, ну как слышно, как видно, друзья, отлично. А просто это у нас вторая часть, и я даже не задаю вопрос, потому что в первой части вроде звук был и отстроен, и нормально.
Вот, поэтому, друзья, так как мы всегда комментируем и делаем именно последние новости, то сейчас объем вопросов, которые хотелось бы донести, просто зашкаливает. И так как сегодня мы в 20:40 передадим слово Виктору Бабурину в Перископе, поэтому, друзья, кто еще не пользуется Перископом, очень рекомендуем сейчас обменяйтесь в чатах информацией, что как входить в Перископ, как настраиваться, как смотреть включение, потому что мы дальше и дальше будем усиливать форму работы с Перископом, и очень многие события просто можете пропустить, если не пользоваться этой опцией сегодня интернета. Вот, тем более, тут хайп, построили ли вторую анкерную опору, вот хайп — это интересная фамилия или опять очередной, как бы это, значит, ну, так как вопрос задали по второй анкерной опоре, то я отвечу на него очень четко и ясно, что Анатолий Иванович делает подготовительную работу сегодня как инженер, но построен эта анкерная опора, вообще само возведение металлической конструкции будет в течение одних суток, поэтому здесь вопрос такой, что сейчас ведутся все подготовительные работы, а сама работа будет вестись очень быстро и монтироваться это будет именно в таком рабочем режиме. Поэтому мы увидим все это не то, что в прямом эфире, а именно в онлайне, и здесь будет все так, как надо, можете поверить. Вот, поэтому давайте с чего начнем, что мы сделали большое турне вот командой и с Алексеем, Григорием Мирошниченко в Казани, в Челябинске, Магнитогорске, Екатеринбурге, потом в Братиславе, потом еще в ряде городов и Словакии, и вот в Вене у нас были встречи. Все это было вживую общение с более чем 1500 людей. Это акционеры, это наши партнеры, конечно. Все были организованы конференции по-разному. Особенно бы хотелось отметить наших партнеров в Братиславе. Во-первых, это очень серьезный приход новых инвесторов. То есть сегодня эти структуры в Восточной Европе растут наиболее быстро и по численности людей, которые приходят, и по объему инвестиций. То есть они уже реально начали перекрывать то, что сегодня инвестируется из России, чего никогда не было. И это тоже для меня очень удивительно, потому что я вообще сначала не верил сам краудинвестинг 3 года назад, и когда Юницкий сказал, что мы будем это делать, я очень удивился и не мог поверить, что проект может развиваться благодаря краудинвестингу. Сегодня, друзья, я могу сказать, это было единственное правильное решение, и мы пришли к тому, что сегодня имеем возможность показывать правительствам, техническим специалистам, экспертам технологию. И это как раз очень важный момент работы. И также в этом плане, друзья, я не до конца представлял о том, что к нам придут европейские инвесторы, западные инвесторы, именно в краудинвестинг. Я думал, что это будут крупные фонды, хеджи-фонды, венчурные фонды. Но, друзья, за последние вот где-то 3-4 месяца я полностью поменял свое мнение. И больше я в Европе сейчас провожу больше времени, чем в России. Именно при встрече с инвесторами это дает просто потрясающий эффект. И вот лидеры наши, которые работают сейчас, Чехия, Словакия, Венгрия, Польша, Германия, Италия, Франция. То есть это, естественно, что мы основу берем, это те русскоязычные, те, кто бывшие либо соотечественники, либо просто наши, кто живут за границей. Но через них мы очень быстро входим уже в и немецкоговорящую, и франкоговорящую среду. Я тоже об этом сейчас буду говорить. И сейчас объем инвесторов и инвестиций очень быстро нарастает именно с Восточной и Западной Европы. А сейчас уже подключилась. Реально работает, начинает работать Канада, реально начинает работать Америка, вот где интерес к технологии идет очень большой. И здесь как раз вот увязка ряда процессов, которые идут. Мы не раз уже и много говорили о Людмиле Хьюз, которая вела Рода Хука, и это была работа, продолжительная работа, которая сегодня вылилась и в создание проектов, и запуск уже управляющей компании, и выход на все функции, на все уровни, которые сегодня есть в Австралии. Так вот, друзья, наши партнеры, это Франчисик и Стефан, это лидеры из Чехии и Словакии,
из Венгрии, соответственно, и организовали конференцию, и мы, к нам с Виктором после конференции пришел человек на встречу, который представлял очень крупную компанию, очень крупный бизнес, провели очень серьезные переговоры и договорились, что сразу уже выходим на инвестиции, там уже даже не один, и не пять, и не 10 миллионов долларов уже на сегодняшнем этапе. Но как показывает время, подождем, увидим, но во всяком случае ключевым моментом этих переговоров было тогда, когда Виктор стал рассказывать о нашем партнере Роди Хуке, который работает, все такое, друзья, реакция была, ну, я могу сказать, практически мгновенная, что этот человек сразу сказал, что если ваш партнер и Род Хук, и он возглавляет компанию Skyway Australia, мне больше не надо ничего показывать, мне больше не надо ничего говорить, технически объяснять, давайте перейдем к делу о уже непосредственных проектах, которые мы обсуждаем. Потому что человек, который знает, кто такой Род Хук, какими проектами он занимается, какие должности, вообще какое, значит, ему не надо объяснять, почему. Это, друзья, как раз уже те дивиденды, которые мы сегодня начинаем получать от сотрудничества с такого рода экспертами. Так же, как еще могу, мы приоткроем со временем, так же, как Рода Хука, с кем мы ведем сегодня переговоры по созданию первых адресных проектов и наших финансовых партнеров. Так вот, в узком кругу, когда люди знают, с кем мы работаем и кто к нам подключился, у них сразу не возникает никаких вопросов по серьезности проекта, значимости проекта и, соответственно, его перспективах развития. Так вот, сейчас мы сразу же, то есть этот этап, когда надо было делать презентацию, доказывать, показывать, значит, работа с Родом Хуком уже показала, когда очень серьезные люди говорят, что все, друзья, переходим, этот вопрос оставляем, у нас не остается вопросов по технологии, по вашей серьезности, потому что если Род Хук к вам приезжал, то больше, чем Род Хук, сказать никто не может. И мы сразу переходим на следующий этап. Потом переговоры, это уже Вик улетел, потому что у него было с пересадкой в Минске, в Танзанию. Вот, мы с Алексеем проводили дальше переговоры тоже с очень серьезным крупным бизнесом. Потом, к сожалению... Все, давай. Вот, так вот, извините, тут чисто семейные дела, детям трудно объяснить, что у нас идет работа, нас 240 человек, лучше не отвлекать. Все, быстренько. Так, все. Извините. Да, то есть детям трудно объяснить, что папа вечером работает и что-то, так сказать, как бы это. Так вот, переговоры, которые начали вести, и потом Алексей улетел тоже, я один остался в Братиславе. Вот мы встречались в консульстве и с представителями Алжира, и французского там, крупного бизнеса. Так вот, тоже очень интересное такое совпадение, что сегодня вот та компания, с кем мы начали вести переговоры и кто нам организовал контакт именно с алжирской стороной, еще сегодня представляет ряд работ в проекте, который идется в Дубае по строительству самого высокого небоскреба в мире. Так вот, Игорь, вот мы можем подключить вам так, выключите этого бойца, этого самого хайпа, потому что тут заведется один вот такой вот боец в это самое, пытается. Папа, я бы тебе еще позвала диван рассказать. Сейчас, одну секундочку. Так, извините еще раз. Алексей, и это самое, выключите это самое, вот этого бойца, который тут, потому что вы же понимаете, друзья, то есть, так как здесь в основном серьезные люди,
вот, то заводится один вот такой специальный засланец, вот, который просто мутит воду, потому что они занимаются непонятно какими делами, это все либо завистники, либо еще, так сказать, это. И вот они начинают и мешать вебинарам ведения, проведения там, на конференциях, они обычно лезут с какими-то вопросами, вот, такими провокационными для того, чтобы... То есть это, друзья, уже начало конкурентной работы, и вот эти вот под фамилией хайп, который здесь зарегистрировался, это просто специальный засланец, задача которого срывать такого рода работу, которую мы ведем. Поэтому, Алексей, если сейчас вы его найдете в этом списке, просто заблокируйте. Я не сторонник, я никогда не делал, чтобы не выключать чаты, как делают некоторые наши коллеги там, либо сам, но просто когда откровенно человек уже начинает либо хамить, либо делать, то вот я наоборот сторонник того, чтобы если есть вопросы, серьезная работа, то надо задавать в чате. Это самое обсуждение, это все очень полезно, если это есть. Но когда начинает просто мешать работе, это, друзья, просто ну, беспардонная провокация к ним. Поэтому обычно, когда Алексей выступает, я их просто выкидываю из этого самого. Ну, сейчас я думаю, сейчас тоже выкинут этого гаденыша, и все. И не будет никаких вопросов. Кстати, друзья, с обратной стороны могу сказать, что стал читать вот чаты ВКонтакте, в Фейсбуке, еще это самое. То есть появились очень много сегодня. Помните, я вам говорил, что рода такого эксперта, вот типа вот этого лысого, который там мне прислали ссылку, говорит, как вы это можете прокомментировать, сидит какой-то лысый крендель и начинает говорить, я вот тут почитал Юницкого, и вот с технической точки зрения, и начинает мне говорить, понимаете, мне просто вот до смеха просто вот жалко, не то что жалко, я понимаю, что это заказная работа, что это человек просто несет вот определенную ерунду и пытается на этом какую-то значимость делать. То есть сейчас появились много комментариев очень полезных, и я с удовольствием могу сказать, ну я не знаю, действительно это человек, который имеет такое техническое образование, но очень пошли грамотные статьи в описаниях, называется, так, его зовут сейчас, Алексей, напиши, вот кто вот с ссылки, то есть, Алексей Технарев. Интересно пишет статьи, я прям с удовольствием стал читать. Действительно, очень такой грамотный комментарий, грамотный. Да, Константин Технарев, мне просто на него стали присылать ссылки. Говорит, как вы можете прокомментировать там того и того. Но я могу сказать, что более грамотных пока комментариев я пока не читал. Поэтому, если вы хотите действительно экспертов почитать, которые вызывают уважение, вот почитайте вот этого Константина Технарева. То есть действительно настолько интересный и грамотный анализ и настолько интересное представление о многих вещах, которые идут, что я даже многие вещи сам не знал и вот с удовольствием как бы почитал то, что есть. То есть вот это действительно я бы с удовольствием где-нибудь, я думаю, познакомимся в экотехнопарке или на одних из встреч, вот, что человек, который действительно так аналитически и грамотно пишет, причем очень доступно, понятно в вещах. Поэтому вот рекомендую ВКонтакте, в наших группах, посмотрите, он стал периодически такие серьезные. Я сначала думал, опять очередной умник пытается что-то изобразить и сказать, что он умнее Папы Римского или там святее, так сказать. Но сейчас вот смотрю уже несколько как бы, вот, недель, как появляется, очень-очень интересный и грамотный анализ. И я бы даже, наверное, рекомендовал когда-то на него ссылаться, потому что, ну, более серьезных я пока не встречал. А друзья, когда начинаешь видеть вот этих вот друзей или как бы людей, которые вводят там и говорят, а чем вы занимаетесь, и тем более устраивать вот такие концерты, вот, то здесь, конечно, друзья, смешно. Так вот, я перескочил на это в том моменте, что когда нам сказали, что есть партнеры, и мы готовы, видя вашу серьезность проектов, вас свести с теми, кто ведет проект небоскреба в Дубаях, но тут мне стало уже просто, друзья, смешно. Я говорю, вы знаете, что это проектирует компания, которая возглавляет Родхук. Родхук – это наш партнер, и 2 недели назад у нас были партнеры, эксперты, которые как раз занимаются проектированием этого небоскреба, и мы с друг с другом уже очень хорошо знакомы, и мы работаем. То есть видите, насколько тесен мир, и надо было в Братиславе нам замкнуться с алжирским консульством для того, чтобы перейти. Вот дальше мы договорились о том, что будет очень серьезная презентация. А проект тоже могу свое мнение сказать, что я вел презентацию, вел ее на русском языке, Франциск Стефан сломан с русского переводил на словацкий, потом представитель консульства Алжира переводил это со словацкого на французский, и сидел представитель именно крупного французского бизнеса, который ведет проект в Алжире, он это все понимал на французском. Причем 2 часа до этого
Алексей улетел, который в совершенстве владеет французским языком. Да, вот поставили фотографию, то есть вот как раз видите, что я Стефану, Стефан алжирцу, алжирец французу. И договорились так, что интерес был, друзья, просто колоссальный. А когда я рассказал еще, что сейчас Виктор Бабурин, это заместительного директора группы компании Skyway, по представлению и по приглашению правительства Танзании представляет проект на форуме развития Восточной Африки, для них это было прям открытие. И когда еще, что мы сейчас прорабатываем ряд проектов в Гвинее, в Непале, в Сенегале, то есть это просто стало для них открытием. И буквально, наверное, на следующий или через неделю готовится презентация, и уже туда, конечно, полетит Алексей Суходоев. Он в совершенстве владеет французским языком, и он уже, конечно, я думаю, не менее интересно, чем Виктор на английском, вот, Алексей на французском. То есть эта работа сейчас запускается, ведет, и по Африке сегодня у нас уже около десятка проектов, которые действительно выходят на правительственный, на президентский уровень, и мы сейчас готовим ряд уже серьезных встреч таких, и все это увязывается в единую сеть, единый комплекс адресных проектов. И это, друзья, почему сегодня уже важно, потому что мы подходим к демонстрации, мы подходим уже к именно готовой по показу технологии Skyway. Вот. И это, друзья, то время, когда уже сегодня мы будем с вами видеть формирование реального бизнеса. Поэтому, когда мы это сегодня отвлекает, конечно, огромное количество сил, огромное количество времени, плюс большое количество консультаций по скайпу, но, друзья, это необходимая работа, потому что по мере того, как технология становится очевидным, по мере того, как все это выходит на более и более высокий и правительственный, и бизнес-уровень, эту работу сегодня важно делать. Тут вопрос про патенты. Я, друзья, я знаете, как, так как очень много сейчас общаемся с профессиональными еврейскими банкирами, то я сразу вам задаю вопрос на вопрос. Друзья, а вы сами как думаете? 40 лет Юницкий готовил технологии, мы 3 года, и сейчас вопрос, а защитили ли это патентами или нет? По-моему, в самом вопросе есть ответ. И, соответственно, если вы не считаете Юницкого идиотом или самым глупым изобретателем на Земле, а он таким не является, то, конечно, друзья, защитили все. И пока это не было защищено, ни о какой демонстрации и показе речи просто не может быть. Ну вот, друзья, это тут как раз ответ на те вещи, которые есть. К серьезным людям. Так вот, сегодня увязывается и приходит время, то есть когда Род Хук, это просто первые вот так совпадения, опять же, хотя вы уже понимаете, в жизни, наверное, совпадений в принципе быть не может, то, что проделанная огромная работа, и то, что нашими людьми из наших структур проведена работа и подключился Род Хук, высочайший профессионал, с которым развивается сегодня этот друг, партнер, инвестор, лично Антон Эдуардовича Юницкого. И также через наши структуры и наших активных людей, через Стефана Солана, Франчисика, то есть это наши люди, которые работают в Восточной Европе, также выходят на бизнесменов, которые ведут проекты и в Африке, и в Азии, и они являются партнерами Рода Хука по другим проектам, и это замыкается, это, друзья, просто уже показывает о том, что не мир тесен, а прослойка очень узкая Skyway, и сегодня в прослойку Skyway входит и серьезный бизнес, и серьезные политики, и это начинает серьезную работу. И когда это все замкнулось еще и на алжирском проекте, и проекте в Дубае, то здесь уже, я говорю, что, ребята, придет время, когда мы все будем партнерами, все будем в одной компании, и это сегодня активно развивается. Заполненную сменосе в путевую структуру при отрицательных температурах. Друзья, ну вот вы такие вопросы задаете, но если мы собираемся строить это в Тамтор, где минус 73 полюс золота, то полюс холода, извините, полюс золота, это по Фрейду, вот, то, естественно, и все испытания, и расчеты, все делаются из заклада самых низких отрицательных температур. И поэтому здесь я вам сразу могу сказать, вот как Виктор Бабурин отвечает на технические вопросы. Друзья, если у вас есть какие-то сомнения или вы нас в чем-то не верите, мы вас приглашаем в Марьину Горку на демонстрацию.
сейчас, через месяц, через полгода, через год мы постоянно все будем показывать. И если у вас какие-то есть неотвеченные вопросы, мы там строим. И стройка ответит на все вопросы. Поэтому, друзья, если вы думаете, что мы чего-то не додумали, не досчитали, не до этого, то вы глубоко заблуждаетесь, потому что мы уже выходим с технологии в бизнес, и мы предлагаем законченный продукт. Поэтому, друзья, все вопросы по поводу... порвется, не порвется, прикрутится, не прикрутится, сдует, не сдует, друзья, лучше не задавать. Это осталось очень немного времени, когда это будет все продемонстрировано. Поэтому, конечно, я все ответы на эти вопросы знаю, но, друзья, сегодня отвлекаться и на время этих проектов просто нет смысла, нет сегодня вопроса. Поэтому, друзья, заканчивая свою часть, я сейчас передам слово Алексею. Почему в технопарке не появляются представители Минтранса РФ? Это, друзья, как раз очень хорошие вопросы. Здесь я вам могу сказать, они не то, что не появляются, они ждут октября, они все туда приглашены. И весь экспертный совет в полном составе, еще раз скажу, а это 31 эксперт, будут в экотехнопарке на демонстрации в обязательном порядке. Потому что, когда прошли все консультационные советы при Минтрансе, то заключение, которым есть, что мы согласны, и нас Юницкий убедил, что это интересная технология, но мы ее можем подтвердить только тогда, когда своими глазами увидим. Поэтому Юницкий как раз сказал: все, ребята, вот за это я вас ловлю на слове, и на демонстрации в экотехнопарк все в полном составе, чтобы были, чтобы потом никто не говорил, что у меня был понос, я не ездил, поэтому я подтвердить существование технологии не могу. Это, друзья, уже не пройдет как аргумент, поэтому все будут, все увидят, и Минтранс никуда не денет. Он сам себя загнал в угол. Он сказал, что технология есть, но когда увидим. Все. И здесь, друзья, в конце я еще хотел прокомментировать одну вещь, ее Алексей тоже сейчас скажет. Я просто свое мнение могу сказать, что заявление о том, что Hyperloop поддержан правительством и президентом России, это все полная ерунда, потому что президент компании Hyperloop One, он просто был в Москве, встречался с Путиным и сказал, что мы вот такую технологию делаем, на что он пожал плечами и сказал: делайте. Вот. Но сегодня там происходят очень странные события, происходит конфликт между техническим директором, юристами, финансовым директором, там появляются уже какие-то иски. И самое, что главное, это в репортаже, который мы поставим после, он уже был сегодня не на вебинаре, который есть в чатах и в наших ресурсах, когда Юницкий, показывая интервью Илона Маска, объясняет, почему мы идем по очень верному пути. И Илон Маск, сегодня признавая ошибку Hyperloop, сказал, что сегодня основное направление – это идти в направлении рельс-колесо. И объяснил, почему. А Юницкий на цифрах, на расчетах, в том ролике, который будет, подтвердил этому значимость. Поэтому, друзья, видите, сегодня, казалось бы, возникли, то есть, казалось бы, это наша политика против. Нет, друзья, наша политика просто занимается своей политикой, у них выборы на носу, у них Госдуму, потом президента, поэтому единственное, чем они не занимаются, друзья, опять же, это на мой взгляд, это созданием будущего и созданием экономики, которая будет реально развивать страну. А всем, чем остальным они имитируют бурную деятельность, они занимаются. Поэтому давайте мы в политику не лезем, мы занимаемся Skyway'ем, у нас одна политика, друзья, строй Skyway, спасай планету. Мы, Алексей потом еще скажет, мы теперь знаем, как это еще на четырех языках. Мы, друзья, с вами объединяем мир, и объединять — это наша работа. Сегодня просто уже на наших глазах, друзья, на наших глазах возник вот этот вот яркий, молниеный такой всплеск, это технологии Hyperloop. Казалось, что вот наш конкурент. И сегодня этот же конкурент уже на наших глазах потихонечку сходит на нет и говорит: друзья, похоже, мы погорячились, и ничего мы дешевого и качественного не сделаем. А здесь, друзья, как раз это подтолкнуло, и сейчас я вам уже могу сказать, что так как информация у меня всегда больше, чем я могу сказать, вот, поэтому Юницкий уже на прошлой неделе, когда мы были в Братиславе, как раз с Виктором, с Алексеем после рабочего дня, после вебинара сидим в номере, он набирает, он говорит: знаете что, мы сначала в Марьиной Горке продемонстрируем технологию, которая показывает скоростное движение 500 км в час, 140 км в час – это скоростное городское, и
Unibike, то есть 60 километров с возможностью до 140. Он говорит, ну в принципе, так как запрос сегодня на высокие гиперскорости есть, то в принципе уже сегодня начинает разрабатываться, друзья, технология гиперскайвея, которая даст скорость 1250 км в час, совсем с другими характеристиками, которые сегодня декларируют Hyperloop. Они сегодня дали 48 миллионов долларов за километр. Так вот, у нас будут в разы дешевле путевая структура, которая будет объединять и гиперскорость 1200 км в час, и высокую скорость 500 км в час, и городская система, и грузовая, еще и юнибайки. И это будет, друзья, 5 в одном, и это будет дешевле, чем один Hyperloop. Это, друзья, конечно, просто нас всех повергло в шок. Яницкий сказал, я знаю, как это сделать, и я за эти слова отвечаю. И это, друзья, как раз формирование именно основы Транснета, которая сегодня собирается все в одном. И мы с вами создаем систему, которая будет намного дешевле, намного эффективнее каждой в отдельности взятой системе, но она будет объединена в одну. Это, друзья, просто, конечно, сегодня не входит ни в какое воображение. Даже мы, находясь там, были просто поражены этому предложению. Но я думаю, что Анатолий Эдуардович просто так слов никогда не бросает на ветер. И мы в ближайшее время с вами увидим и наработки, и, соответственно, чертежи предложения. А в конечном итоге, как это все показалось, от идеи Unibike до его реализации прошло меньше года. Поэтому здесь, друзья, я тоже думаю, мы с вами очень быстро увидим много чего интересного. Ну и в заключение, передавая слово Алексею, могу сказать, что у нас в нашей системе присутствуют все виды сегодня обсуждаемых технологий. Здесь я могу сказать, что о вакуумной трубе и предвакууме, который сегодня работает, я от Юницкого слышал еще 15 лет назад. Для меня это ничего не нового. И было в концепции четко сказано, сначала делаем скоростные системы, потом высокоскоростные, потом гиперскоростные, то есть гиперскайвей. Сегодня, так как время сжимается, и сегодня Юницкий как все эти системы скомпоновать в одну. И у нас не просто будет гипертруба, вакуумная труба, будет общая система, которая будет обеспечить весь вид скоростей. Это, конечно, никто даже близко не может предложить и войти с таким системой и сказать, что у нас это будет дешевле, чем обычное воздушное метро низкоскоростное, или не говоря уже о добыче трамвае второго уровня. Вот это, друзья, настоящая наука, это настоящая футурология, и мы с вами не просто об этом говорим, мы это сегодня с вами уже создаем. Ну, друзья, я бы еще хотел ряд сказать о именно магнитном подвесе. В нашей системе тоже есть, друзья, магнитный подвес, но он выглядит и работает совсем по-другому, и в наших юнибусах также есть левитация, но она работает на совсем других принципах, по совсем с другой энергетикой, со всеми другими затратами. Но это мы, друзья, с вами обсудим позже. Алексей, передаю тебе слово. Я, в общем, и все, что надо было сказать, передал. А в 20:45 тогда будем включать Виктора, соответственно, с новыми новостями из Танзании. Все, друзья, я на этом с вами прощаюсь. У нас сегодня опять необычная форма вебинара, как и на прошлой неделе она была, где мы все втроем из одного гостиничного номера вели. Алексей, тебе слово, а я строй Skyway, спасай планету. Ну да, дорогие друзья, вот, собственно, буквально тройной вебинар, то есть мы передаем эстафету Виктору Бабурину, и Виктор Бабурин сейчас находится в Танзании. Первое, что он хотел бы отметить, это огромные пробки вообще вот в Восточной Африке, непосредственно в Танзании. Я бы хотел отметить еще низкий уровень жизни и трущобы, бараки, и даже высотные здания там достаточно как бы низкого класса. И инфраструктуру и ВВП повысить этой страны сможет как раз-таки наша технология, дорогие друзья. И, естественно, жители Африки этого желают, министры Африки это понимают, и они понимают, что им не освоить какую-то дорогостоящую технологию. Поэтому, естественно, заинтересованы во внедрении технологии Skyway. То есть Виктор уже более подробно это осветит. Я не буду ничего говорить, что он уже нам несколько докладывал и говорил. И, собственно, можно сказать одно, что есть у нас стратегия находить своих родах хуков в
каждой стране, и этой стратегии мы следуем. И вот вы видите, как Виктор Бабурин именно в роли такого Кларка, который играл Супермена в одноименном фильме, действительно в такой позе по сравнению с африканскими мэрами, министрами и представителями стоит. И здесь он представляет технологию Skyway, поэтому в другой позе стоять противопоказано. И, дорогие друзья, немножко хотел бы остановиться по результатам поездки еще в Словакию. Я могу сказать, что очень плодотворная поездка. Тогда был вебинар больше такой на эмоциях, но сейчас создана и отработана система, каким образом заходить вообще вот на Европу. И более того, мы посмотрели потенциальную также и производственную площадку по производству промежуточных опор. Это будет уже обсуждаться через головную компанию. И что очень важно, что люди там понимают, что сегодня они строят бизнес не только по построению сети и так далее, они уже могут инициировать адресный проект, они уже могут предлагать какие-то производственные площадки, и если это действительно будет эффективно, дешево и качественно, можно это использовать. И что я могу сказать, дорогие друзья, сегодня мы находимся на том этапе, что действительно я вот не мог такого предположить, что вебинар будет разделяться на две части. У нас не будет хватать времени, потому что зам директора по развитию ЗАО «Струнные технологии» Skyway Technologies Co. будет вещать из Восточной Африки. Сегодня график настолько очень плотный, что Сергею Анатольевичу мы сейчас будем делать очень серьезную прокачку перископа, чтобы максимально людей, и перископ смотрят большое количество людей, если выходить в топы, обратила внимание проект Skyway, это уже такая массовая популяризация проекта Skyway. Я хочу вам сказать, дорогие друзья, что в первую очередь новички, что вы попали действительно в нужное время, в нужный час, вы видите результаты в виде переговоров, вы видите то, что не то, что мы как-то боремся с конкурентами, они сами собой отваливаются, как вредные болячки, так скажем. Организм борется, планета борется, мировые маркетинговые войны выигрываются. И, дорогие друзья, что я хотел бы сказать еще, это то, что те скандалы, которые разыгрываются непосредственно в Hyperloop, и я хочу, чтобы вы помнили, что есть две компании, Hyperloop One и Hyperloop Transportation Technologies. Так вот, Hyperloop One фактически, можно сказать, выбывает. То есть, еще раз, я вам скопирую, обязательно почитайте те, кто владеет английским языком, потому что там очень серьезное исследование дало агентство, которое как раз-таки занимается освещением транспортных технологий, про Uber много пишут, про Hyperloop, про Skyway пока нехорошо, что не пишут, потому что как деньги любят тишину, так и технологии любят тишину. Лучше мы выйдем спокойненько на демонстрацию, взбудоражим весь финансовый мир, который желает, чтобы появились такие проекты, которые, в свою очередь, давали бы высокую доходность, а не 2-3% годовых. И действительно, уже победоносно войдем в транспортный рынок. Будет Hyperloop Transportation Technologies, не будет, без разницы, потому что мы не выбираем стратегию с кем-то бороться, мы делаем свое дело, мы нарабатываем уже сейчас сеть адресных проектов, и, соответственно, это у нас получается самое интересное. Мы не делаем псевдодемонстрации, когда тележка, недоделанный вообще вот и неподвижной состав, едет со скоростью 120 км в час, все дребезжит, в замедленном режиме чувствуется вибрация и удары колес, и, соответственно, какая-то демонстрация. Это профанация и это фальшь. Но после этой демонстрации также господин Пишевар
воспользовался возможностью сделать презентацию также высшему руководству нашей страны. Но высшее руководство нашей страны, дорогие друзья, не глупые люди. Это вот поистине серьезные люди, в отличие от тех серьезных людей, которые у нас находятся в чате. Я всегда с улыбкой смотрю и всегда с улыбкой отвечаю, наблюдаю ли я за ММГП. Наблюдал, дорогие друзья, когда начинался наш проект и когда сила была в выдаче информации серьезным, как говорится, сетевым лидером, потому что и я таковым в прошлом являюсь, и сейчас, более того, я могу вам сказать, ни в одном из проектов никому не удавалось выстраивать структуры как лидеры Skyway с таким потенциалом, с таким размахом и с такой уверенностью действительно движения проекта. Никому это не удавалось, поверьте моему сетевому опыту. И немножко вот как бы отвлекся от Hyperloop. Все покажет демонстрация. И у нас осень покажет, кто что делал. У них покажет это какой-то вообще далекий, я думаю, 19-20 год. Но тогда мы уже непосредственно, я думаю, выйдем и на гиперскейвей. Система меня просто действительно очень поразила положительно, когда Анатолий Эдуардович Юницкий рассказывал о той системе, каким образом у нас все это будет совмещаться. Дорогие друзья, ну, отметим обязательно это на следующих вебинарах, именно с разрешения Анатолия Эдуардовича Юницкого. Естественно, завуалировано, но мы вам дадим картинку будущего и покажем, каким будущее будет с применением технологии Skyway, именно совмещая все направления Skyway. Это действительно возможно, дорогие друзья. И будет реализована с помощью этого концепция мгновенного бесплатного перемещения, потому что только с помощью этого мгновенное перемещение, именно бесплатное, может быть реализовано. Не какими-то отдельными трассами, грузовые, например, трассы должны быть именно совмещенные. И то, что Виктор сейчас делает, это действительно потенциал, который может раскрыть каждая страна, которая обладает полезными ископаемыми, которая имеет, соответственно, те ресурсы, которые невозможно освоить на сегодняшний момент, как когда-то западные коллеги, предложение, от которого невозможно отказаться Саудовской Аравии, у них была проблема, и за что западные представители зацепились, это за то, что мусор перерабатывали, никак просто не перерабатывали представители Саудовской Аравии, то есть это мелкий рогатый скот просто переносил из места в место этот мусор, и это вся мусоропереработка и заключалась в этом. И когда дали готовую инфраструктуру, действительно нового технологического уклада, на тот момент совмещенная с автоматизацией и так далее, действительно, саудовские аравийцы сказали, что да, мы с вами дружим, мы вам дадим нефть и доллары. А теперь задайте себе вопрос, дорогие друзья. Когда мы будем представлять технологию, которая будет увеличивать ВВП тех стран, которые на сегодняшний день находятся в отсталом состоянии, но которые обладают огромными ресурсами, которые можно, соответственно, освоить на сегодняшний момент, будут ли они отказываться и будут ли они как-то противостоять и спрашивать, а каким образом профинансируем. Как говорил Дмитрий Анатольевич Медведев, финансирование найдете, делайте. Так вот, дорогие друзья, мы финансирование нашли и делаем, и доказываем, и выйдем на демонстрацию, и построим потом высокоскоростной транспорт, невзирая на то, говорят хайпы, серьезные люди. Дорогие друзья, мы общаемся с серьезными людьми, и они готовы, и сейчас вот как бы обсуждается инвестирование далеко не на 330 тысяч долларов, рекорд, который на сегодняшний день от одного лица, независимо физическое и юридическое, установлен именно с эпохи развития Skyway Transnet с 2013 года. Это будут уже намного более серьезные суммы от серьезных людей. Ну а я, собственно, передаю слово Виктору Бабурину, все в Перископ, и строй Skyway, спасай планету, construis Skyway, SOF Le Monde, французский, будущий Skyway, захран планету, это словацкий, и Epic the Skyway, Match Megaboygood, это венгерский. Мы объединяем мир, и объединять мир — наша работа. Благодарю вас, друзья,
И действительно, я искренне рад, что все мы с вами участвуем в столь интернациональном проекте, задача которого великая и светлая, задача которого будет исполнена. Передаем слово Виктору Бабурину. Все в перископ. Всем привет. Как обещал, в 20:45 выхожу в эфир. Конечно, поужинать еще пока не успел, но ладно, бежал на некоторое время. Так, значит, как обещал, вроде камеру так лучше держать. Коллеги, у меня просьба, попробуйте, напишите что-то в чат. Я посмотрю, работает ли он или нет. Что-то какая-то непонятно пока с этим чатом у меня. Ну ладно. Так, значит, по сегодняшнему дню. Сегодня у нас первая была встреча, это Танзанийский инвестиционный центр. Я тут все просто разложил визитки, чтобы, как бы, скажем, немножко сюжетную линию выстроить рассказа. Вот, значит, Танзанийский инвестиционный центр. С ним должна была быть встреча вчера, но перенесли на сегодня утро. Вот, это специальное государственное агентство, образованное при Министерстве промышленности, торговли и инвестиций. Вот, оно занимается работой с иностранными предпринимателями, иностранными компаниями, технологиями, которые хотят работать с местным танзанийским бизнесом. Вот, значит, сначала мы пообщались с директором, и когда начал я презентовывать Skyway, когда мне дали слово коллеги из Министерства иностранных дел, то он сразу попросил, чтобы я сделал паузу, он пригласил директора по инвестиционным отношениям и директора, который по технологиям. Вот. И они, значит, меня втроем уже сидели, слушали. Где-то примерно час все это заняло. Задавали вопросы и по поводу, сколько эта инфраструктура может простоять, сколько подвижной состав будет служить. И в итоге, когда мы начали уже говорить о применении технологии, я сказал, да, то, что это может быть не только пассажирская перевозка, это может быть перевозка полезных ископаемых, а Дар-эс-Салам является крупным портом, а также сама Танзания в силу своего географического преимущества является, по сути, транспортным узлом между 8 странами, которые граничат... спасибо большое, Леша. Мне тут Алексей Суходоев пишет в чат. Вот, значит... Танзания является страной, которая является транспортным узлом Восточной Африки с крупным портом и территорией, которая объединяет 8, которая граничит с 8 странами. Вот. Поэтому, когда я начал уже с ними говорить именно с позиции, что технология это не просто мы хотим из точки А в точку Б возить, да, а когда я сказал о развитии, потому что, конечно, я как умный человек предварительно хорошо познакомился с всеми онлайн-отчетами, которые есть в интернете по поводу Танзании и строительства здесь, инфраструктуры, вот, то они, на самом деле, конечно, были удивлены, что я ориентируюсь в танзанийской транспортной инфраструктуре. Вот. И это в том числе повлияло на то, что они, глава этого центра сразу дал поручение вот этому директору по технологиям обзвонить, связаться с тремя крупнейшими добывающими компаниями Танзании для того, чтобы завтра нам назначить встречу с либо руководством, либо с лицами, которые принимают решения для проект-менеджера. Вот. Так что завтра у нас будет, начиная с 10 утра, встреча с представителями добывающей индустрии. Это отдельная, конечно, будет как бы интересная часть. Вот. И этот человек, он до сих пор нам сейчас, вот уже сколько, 20:45, там 20:50, он до сих пор нам сейчас пишет то, что он организовывает все, потому что как бы сверху пришел приказ как бы все сделать. Посмотрим. Завтра будет интересный день, как, в принципе, каждый день здесь. Вот. Дальше мы поехали уже на выставку, на нашу восточно-африканскую. И у нас была встреча с главой одной из торгово-промышленных палат Индии. Потому что индусы, они в большом количестве присутствуют на этой выставке.
там порядка 50 компаний. И глава торгово-промышленной палаты изъявил желание тоже с нами встретиться, как с представителями белорусской промышленности, пообщаться. Вот. В том числе я ему презентовал технологию. И мы сейчас с ним сразу вышли втроем на то, что можно подписать сначала соглашение о сотрудничестве, потому что, ну, индусы говорят, у нас такой распорядок работы. Вот. А дальше можно будет в рамках этого соглашения уже презентовывать технологии, потому что они сами сказали, что Индия постоянно ищет новые транспортные решения, потому что большая территория, огромное количество потребителей транспортных услуг, то есть людей, и надо что-то с этим совсем делать. Так что с индусами тоже мы здесь отработали, то есть из Танзании немного зацепили индусов. По индусам есть еще одно очень хорошее развитие. Мне сейчас идут почты от коллег из Минска, но я хотел бы сначала все-таки проработать это направление, и потом вас в это посвятить, как я, в принципе, всегда, ну, предпочитаю делать. Далее, значит, следующее. Когда я пришел уже на наше выставочное место наше, меня там уже ждали. Молодой человек, мужчина, он директор добывающей компании небольшой, я так понимаю, он владеет месторождением угля. И он говорит, я с вчера, когда увидел вот эту технологию, я понял, что это то, что нам надо. И предложил очень интересный вариант. Вот это, кстати, интересно, когда ты не просто встречаешь людей с одной извилиной во лбу, которые либо да, либо нет, все как бы, все остальное их не интересует. Он сказал следующее, смотри, Виктор, он выиграл тендер для того, чтобы провести электричество между двумя городами. Этим, как они называются... опоры электрические. Он говорит, правительству, в принципе, все равно, как они будут выглядеть. Если мы проведем, поставим ваши опоры с путевой структурой, внутри протянем электрические коммуникации, скажем, что это электричество, оно подается, да, из точки А в точку Б, и начнем подавать электричество. А потом скажем, слушайте, а мы тут еще подвижной состав можем сделать. Что, вы откажетесь, что ли? Вот, то есть понятно, что это пока как бы некий авантюрный ход, но оригинальный. И я его услышал в Танзании. Я его не услышал ни в России, я не услышал его в Беларуси, я не услышал его в Европе, в Центральной. Я услышал это от танзанийца, который просто немножко пошевелил мозгами, потому что он является таким же бизнесменом, предпринимателем, как и все мы. Сейчас, извините меня, мне кажется, телефон звонит. Нет, показалось. Вот. Все, мы с ним обменялись контактами. Попробуем с ним поработать. То есть, по крайней мере, с людьми, которых шарики вертятся в голове, это интересно поделать. Так, далее, значит, еще очень классная идея, точнее история. Встретил нашего инвестора. Приходит парень молодой, чернокожий. Ходил, потом говорит, там, вы это Skyway? Я говорю, да, Skyway. Он говорит, так я же ваш инвестор, вот там мне рассказали знакомые, я там в июне только к вам присоединился, я думал, что это все какой-то такой интернет, где-то непонятный проект, а оказывается, вы уже приехали в Танзанию и уже здесь продвигаете технологию, говорит, круто. Вот, ну тоже мы с ним где-то пообщались минут 20, я ему рассказал подробно про новости, он говорит, класс, вообще прям я с вами, теперь уже я точно 100% сторонник. Так что приятно, что даже в Танзании встречаешь людей, которые верят в Skyway, которые нас, так что мы правда объединяем мир. Так, ну, в принципе, если кратенько, то вот сегодняшний отчет за сегодняшний день. Завтра, как я уже сказал, у нас вот эти три встречи с добывающими компаниями. Потом будет одна встреча с Национальной корпорацией развития. Это та, которая занимается как раз, вообще управлением транспортными проектами, инфраструктурными проектами. То, что связано с майнингом, с добычей. Вот, посмотрим. Так что... загадывать не будем. В любом случае, Skyway презентовывать довольно легко. Если ты в теме, то ты знаешь, как правильно говорить, на что нужно обратить внимание. Не просто начинаешь какую-то заученную речь бубнить, а когда ты понимаешь, с кем ты общаешься и что человеку интересно, это довольно быстро понимается. Вот, значит, да, я знаю, слово «паразит», вот оно меня самого уже начинает доставать. Так, что еще интересного из новостей? Ну, по поводу... вчерашние ночные новости по поводу гиперпетли, вот я сейчас прям смотрю на людей, которые мне с пеной у рта доказывали, что, знаешь, напряженные вантовые мосты, коими, по сути дела, является Skyway, это нереально, это фантастика и утопия, а американская вакуумная труба, это реально и завтра будет уже сделано.
Извините, ребята, не бывает как бы сказок. Поэтому все расставляется по своим местам. В итоге проект, который поддержал президент России, вляпался в очень одну некрасивую историю. Называется «Дележка неубитого, шкуры неубитого медведя». И это отличная демонстрация для всех тех, кто спрашивает с такой ехидной ухмылочкой: «А что это вы так долго пытаетесь внедрить-то, Skyway, что-то не получается у вас?» Так вот, ребята, хорошие партнеры не только в Америке живут. Ну, хорошие в скобочках я имею в виду. Разные бывают. И, к сожалению, путь инноваций розами не усыпан. И мы это видим сейчас на примере такого круто разрекламированного проекта через самого президента, через Собянина, мэра Москвы, через прочих различных известных, уважаемых в России людей. Крах. Ну или, по крайней мере, очень неплохие, нехорошие обвинения в мошенничестве. Так что не сработала пока американская красивая история, хотя многие в нее поверили. Ну, неважно. Я говорил, да, то, что мы живем не в мире иллюзий, а в мире простой инженерии. Мы делаем свое дело. Ну да, мы в Минске, мы не в Нью-Йорке или в Кремниевой долине, где все красиво. У нас не красивые, там, не знаю, какие-то трубы, покрашенные в белый цвет, которые люди размещают на полу с помощью роботов. У нас мариногорские строители, извиняюсь за выражение, копаются в грязи целыми днями, там, зимой и весной. Ну, зато как бы это что-то реальное. А, ну, гиперпетля показала, что, видимо, какие-то есть серьезное напряжение. Почему я просто уделяю этот момент? Ну, потому что, как бы, в любом случае есть разные конкуренты. Вот. Существующие или пока еще создающиеся. Ну, бывают те, которые с помощью, скажем так, выдавая желаемое за действительное, пытаются привлечь к себе, создать вокруг себя шумиху и привлечь к себе дополнительное внимание. Ну, вот шумиху создали, а в итоге что получилось? Все перессорились, друг на друга нападавали в суд, какие-то там страшные истории с домогательствами или чем-то еще. Ну, то есть, неясно, короче, бог с ними, ладно. Вот, так, что вам такого еще интересного рассказать? С коллегами из МИДа отношения отличные, люди о нас знают. Скажем, все ждут октября, все говорят о том, что то, что вы поехали с нами в лишний раз, да, указывает на вашу состоятельность, то, что вы можете презентовать проект и объяснять, и доказывать свою точку зрения местным чиновникам на там английском языке, что отлично подготовлена презентация, что грамотно есть сделаны акценты в них. Это очень хорошо. Понятно, что это будет по итогам отчет, который пойдет. Вот. Поэтому мы очень хорошо нашли как бы общий язык, отлично общаемся со всей делегацией, работаем. Нас уже приглашают дальше, там уже и в Мексику, и в Чили, и в Перу, ну, то есть Латинская Америка, Африка. Ну, посмотрим. То есть сейчас мы попробуем, скажем, отработать первый такой вот вариант заброса Skyway совсем далеко. Ну, а дальше будем уже по накатанной идти. Вот так, так, так. В принципе, все я вам рассказал, дорогие друзья. Спасибо большое. Вот сегодня 210 человек было. Приятно очень наблюдать такое большое количество. Я разберусь, как работает чат, чтобы можно было пообщаться. Не знаю, плюс это минус, потому что часто бывает, что какой-нибудь там нестабильный человек залезет, который хочет всем что-то доказать. Вот. Ну ладно, неважно. Все, на хорошей ноте заканчиваю я сегодняшнее вещание. Спасибо большое всем за внимание. Рад был вас всех видеть. Строй Skyway, спасай планету. Счастливо!